Летать из Нарьян-Мара станет дешевле. В целях оптимизации бюджетных средств был определен специальный тариф на востребованные маршруты. Бюджет округа понесет дополнительные расходы в размере более 2 700 000 рублей. Об этом речь шла на очередном заседании администрации округа. Льготный тариф на перелет решено установить на самых востребованных у жителей округа маршрутах. Нарьян-Мар-Архангельск, Нарьян-Мар-Амдерма, Архангельск-Амдерма и в обратном направлении. Вместо нынешних 9 тысяч рублей пассажир заплатит только 5. 4 компенсирует авиакомпания окружной бюджет. Купить билет по специальному тарифу смогут определенные категории граждан. Это дети до 18 лет, а также дети, достигшие 18-летнего возраста, но обучающиеся в общих образовательных учреждениях основного общего среднего образования, а также на детей от 23 лет, обучающихся в повышенной форме обучения в высших учебных заведениях. Также на женщин после 50 лет, на женщин после 55. Также предложено ввести специальный тариф по маршруту Нарьян-Мар-Усинск. Данный маршрут был организован по поручению губернатора округа для доставки безработных на месторождение. Сейчас по установленному тарифу стоимость билета составляет 12 520 рублей. С учетом субсидий стоимость билета будет составлять 5 900 рублей. По специальному тарифу квота будет распространяться на 7 мест. В настоящее время перевозку пассажиров по данному маршруту осуществляет Нарьян-Марский объединенный авиаотряд. Самолеты летают один раз в неделю по пятницам. С учетом субсидии количество рейсов может быть увеличено. Также на заседании рассмотрели вопрос о приобретении приборов для усиления безопасности населения во время проведения выборов. Закупку 31 ручного металлодетектора понадобится порядка 450 тысяч рублей. Это обращение было УВД и избиркома для того, чтобы обеспечить все участки выборов металлодетектором. Это вот такая вот ситуация. В любом случае, они сейчас пойдут в бюджет на утверждение. Оптимизация расходов коснулась и сферы управления культуры. В государственную программу Ненецкого округа развития культуры и туризма внесены изменения. Объем финансирования программы будет снижен на 21 449 000 рублей. Елена Семеновичева, Антон Водряков, телеканал «Север».